Будущая эстафета Олимпийского огня станет самой масштабной, охватив более 200 городов России. Рассчитан и самый длинный маршрут за всю историю игр – более 65 тысяч километров. Это позволит принять участие в мероприятиях максимально большему количеству россиян. На территории Зауралья Олимпийский огонь пробудет в течение 2 дней. В первый день торжества пройдут на улицах Кургана, на следующий день огонь побывает в Шадринске. Максимальное число зауральцев – тех, кому это будет интересно, тех, кто хочет ощущать себя частичкой олимпийского движения, они смогут принять участие в эстафете Олимпийского огня. Смогут принять участие, как став свидетелями этого мероприятия, так, наверное, смогут принять участие и став факелоносцами. Значит, единственное требование, значит, которое на сегодняшний день есть, факелоносцем может стать гражданин старше 14 лет. Принять участие в уникальном событии зауральцы смогут в декабре 2013 года. В Кургане торжественная встреча огня состоится на центральном вокзале. Затем олимпийский факел этапами пронесут через весь город. Уже определены площадки для торжеств. Финал празднества состоится на центральной площади. Организаторы постараются использовать наиболее длинный маршрут для участия в церемонии наибольшего количества желающих. Все детали рабочая группа не разглашает, пообещав устроить для зауральцев много сюрпризов. Оксана Савакова, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».